Друзья, значит, референдум 25 числа, это приманка, чтобы вы знали. Еще раз такая вот заморочка ходит. Референдум 25 мая, это приманка для того, чтобы привлечь Пусть убийцы знают, что их постигнет кара, они все будут уничтожены, так как они уничтожали наших братьев. Протестистов. Это убийцы. Разве можно... Я не открываю. Они или прямые виновники, или соучастники. Правильно, вы правильно говорите. Они коммунистам даже все. Они убийцы, они не пропадают. Наш мир, мы материнцами, он маркетинг, мы кличка во внимание.